не стало звезды бригады. В пятницу стало известно о смерти актера Виталия Ольшанского. Он получил широкую известность благодаря своим ролям в таких культовых сериалах, как «Бригада», «Полицейский с Рублевки» и «Кухня». На момент смерти артисту было всего 52 года. Тело актера обнаружила его знакомая, которая пришла к нему в гости накануне вечером. Женщина долго звонила и стучала в двери, но ей никто не открывал, поэтому замок пришлось взломать. Войдя в квартиру, гости увидели, что Виталий Ольшанский лежал на диване лицом к стене и находился без сознания. Приятельница звезды вызвала скорую помощь, но прибывшие на место происшествия врачи уже ничем не могли помочь артисту. Им оставалось лишь констатировать смерть знаменитости. По словам женщины, у Ольшанского были проблемы с давлением, но последние дни его самочувствие не вызывало опасений. Вскоре произошедшее прокомментировала и тетя актера. Родственница артиста рассказала, что это она вызвала полицию, чтобы взломать дверь, поскольку Виталий 2 дня не выходил на связь. По ее словам, врачи назвали вероятной причиной смерти артиста инфаркт. Однако точную причину медики смогут выяснить только после вскрытия, сообщает телеканал 360. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего и проводят проверку. Дата и место прощания и похорон Виталия Ольшанского пока не сообщаются.